Всем встать, суд идет. Итак, заседание по делу чиновника Воронцова Сергея Николаевича. Воровцова Сергея Николаевича объявляется открытым. Прошу садиться. Слово предоставляется защите подсудимого. Друзья, мне посчастливилось украсть 17 миллиардов. Такой кусок урвать не каждому под силу. Ведь схема расхищения сложна и многогранна. Лишь гениальный мозг способен на подобную аферу. 17 миллиардов, вот красавец! Скажите, на чем же прокололись? Раз вы гений аферизма, то как вы угодили на скамью? Да, с таким масштабом, как у вас, все можно было бы замять и ранее, не доводя до... Коллеги, я стал невинной жертвой популизма, картонных войн с коррупцией. Ведь людям надо было показать, что проворовавшихся чиновников сажают. Простите, вы сказать хотели «ловят». Конечно, ловят. Уж сажать это я погорячился. Ну, в общем, я невиновен. Хочу сказать, друзья, что некогда мне с вами тут бла-бла-бла. Давай, бери свой молоток, стучи и говори, что надо. Я невиновен, я не вор. Ну что вы тут застыли? Я же сказал, берите молоток, стучите, делайте, что нужно. В услугах ваших боли не нуждаются. Ну, в чем заминка, господа? Милейший, вы, кажется, чуть-чуть забыли, каков у нас расклад. Коль ваше дело доковыляло до суда, придется с вас спросить по полной. По полной? Да, по полной, по полной! И в случае доказанной вины впаять вам срок за расхищение госсобственности. На чем, скажите, воровали? На госзакупках. Знаете, схема не сложна, но да все это куфта. Давайте ближе к делу. Я свободен, я могу идти. Подождите. Присядьте. Я изучаю материалы дела. Так. Теперь я удалюсь на совещание. Да. Хорошо. Итак, посовещавшись, суд постановляет. Подсудимый, встаньте. Суд постановляет. И не перебивайте. Не перебивайте. Иначе суд оштрафует вас на 1000 рублей. Ваше последнее слово. Последнее слово. Но в моей защите вы сказали, не нуждаетесь. Я вас не понимаю. Суд учтет ваши последние слова. Итак, здесь я как будто зачитываю приговор. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Статья 1.1.7.8.9.9. Ага. Как будто проходит 2 часа. Итак, чиновник Воровцов, вы приговариваетесь к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Да, которое вы начали непосильным воровством. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Подождите! Ну что еще? Вам давали слово. Теперь же вы молчите и трепещите перед ударом молотка. Но многоуважаемая ваша честь! Есть обстоятельства, но... Какое? Когда я шел сюда, на заседание суда, ко мне вдруг чемоданчик прилепился вокруг ноги моей, оделся, и вот он здесь у ваших ног. Простите, он у ваших ног. Так это можно изменить? Вы в своем уме, вы суд пытаетесь купить? Наш суд российский, он самый неподкупный. Ваша честь. Вы понимаете, что это значит? Ваша честь. Вы понимаете, что я могу?
Не слушаю! Уволили меня неверно! Не слушаю, не слушаю, не слушаю! Вы все еще уверены, что помощь не нужна? Не уверен. Помогите мне. Вот. Он лучше выражает мысли мои, чем мои робкие слова. Ну что ж, я постараюсь сделать все, что в моих силах. Постарайтесь! Ваша честь, я прошу приобщить к делу вот эту улику. Я вынес приговор. В конце концов, мой молоток устал! Его я более не намерен беспокоить. Спи, мой молоточек. Но, ваша честь, ведь это не просто кейс, а кейс с деньгами. Что? С деньгами? Не сиди, скорее сюда, посмотри на них поближе. Да-да. О, боже. Да здесь же целый... Итак, такую вот улику мы приобщили к делу. Она нам говорит о том, что подсудимый невиновен. Как может быть виновен подсудимый, когда здесь целый... миллиард! Прошу, пересмотрите приговор. Увы, такое невозможно. Наш суд, он беспристрастный, а приговор окончательный. И обжалование не подлежит. Всем спасибо. До свидания. Ну что, напряглись-то? Шутка! Господин Воровцов, мы можем сделать исключение. Но сначала вот скажите, вы раскаиваетесь в том, что украли эти 17 миллиардов рублей, которые были, должны были быть отданы на нужды города, на нужды сирот и малоимущих? Скажите, просто без огня! Ну ладно, хватит. Итак, учитывая новые всплывшие улики и раскаяние подсудимого, суд постановляет новый приговор. Итак, чиновник Воровцов, вы приговариваетесь к выплате штрафа в размере... В размере 3000 рублей. И прослушиванию учебно-исправительного вербально-дидактического послания. Приговор уже окончательный и обжалованию не подлежит. Браво, ваша честь! Браво! Премного благодарен, ваша честь, и деньги отдам. Незамедлительно, но что такое... Учебно-исправительный... Вербально-дидактический... А вот сейчас мы с адвокатом вам продемонстрируем. Прошу. Итак. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! А теперь поднимите свои пальцы вверх. Вот так вот. Все подняли, все до единого. И погрозим нашему жулику на счет 3-4. 3-4. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! О, ужас! Я больше не буду. Точно не будет! Я точно больше не буду попадаться! Ну что, как делить будем? А может, это в мультфильме? В каком-таком мультфильме? А давайте попросту поделим пополам. Половину я возьму, половину вам. Вам не жирно? 15 миллионов! Да будет, а? Ну, знаете ли, учитывая всяческие риски и сложности нашей профессии, я думаю, что данная сумма будет даже очень адекватна. Ну, хорошо, не скули. Пополам так пополам. В конце концов, ты тоже что-то там
вякал. Мы же команда, правда? Мы театр абсурда в чистом виде. Мы профи-труппа. Мы профи-тролли. Мы профи-крокодилы. Ах, как мне греет душу эти маленькие зеленые друзья хрустящие. Ой-ой-ой, так бы и не расставался с ними никогда. Никогда. Дурень, что значит не расставался никогда? Наоборот, надо отдавать. Покупать недвижимость, выводить в офшоры, недвижимость где-нибудь на Майами, Багамах, тратить, тратить, тратить и дарить, чтобы не поймали. И то верно. А то вдруг придут с обыском и найдут, найдут и отнимут. И отнимут. А еще посадят. Ты чего? Успокойся, это мы здесь решаем. Кому сидеть, кому гулять. А вдруг оттуда? И внезапно. Что оттуда и внезапно не может быть, если оттуда и внезапно. Я об этом первый узнаю. У меня везде свои связи, свои каналы. Как приятно работать с осведомленным человеком, профессионалом своего дела. Я адвокат, я супергений, я защищаю негодяев всех мастей. Юриспруденции на этот счет все так же много мнений, как на велосипеде скоростей. Вот вы ворюга, и вас берут с поличным, у вас есть из рук и нет хороших новостей. Но вот он я, неси бабло наличкой, и я избавлю вас от каторжных страстей. А я судья, я кореш адвоката, мы с ним друзья, но просто не разлей вода. Кто любит нас и у кого есть деньги, не сядет тот и ни за что и никогда. Сила система, новый гнилушки, вы как кривому правосудия в глаза. Вполне серьезно, это не игрушки, это крах, это крах. Серьезно, это не игрушки, это крах, это крах. Сгнила система, но мы гнилушки, мы как бельмо правосудия в глаза. Но не серьезно, это не игрушки, это крах, это крах. Вполне серьезно, это не игрушки, это крах, это крах. Вполне серьезно, это не игрушки.